Общий вид. Сегодня 19 ноября. Бит-Йорк. А вот такая у меня рулетка. Мистика. Натал. Красавица. Черная магия. Витражи, свет далеких планет, это мои фантазийники. Пышная краса. Тайя Роджерова. Орван. Желтоглазая ночь. Это детки. Готовятся на выставку. Сердце Кая, детка. Это мой новый свинец. Я его называю топлесом. Сверху чистый, снизу с красными. Это один из моих любимых сортов. 328. Перламутровое облачко. Рядом кружевное облачко. Этот крупный, он начинает сейчас менять цвет. Скоро будет оранжевым. Это у нас Лава Любви. А это детки Рококо. Очень люблю этот сорт. Это из новинок. Ну и смотрим здесь, что у нас есть. Это ангелочек. А рядом стоит сорт «Возьми меня». Так. Ну, а это начал распускаться грозовой фрон. Он еще не подрос, но сейчас где-то цветы около 11 сантиметров. Ну, предел будет 12. Так, еще общий вид. Это у нас свет далеких планет. Это моя фантазия.
это зеники. Вот это я очень люблю. А это беленький пушистый северный зверек. Рядом рождение тайфуна. Ну, еще сюда посмотрим. Фантазийники. Это один из самых темных фантазийников наших. И рядом рококо. Сеянец из алхимической серии. Думаю, размножать. Здесь что мы имеем? Это Streptocarpus trayer. Сейчас покажу. Вот он имеет ползучий стебель. У нас сердце герлы. Огромный цветок, только начал распускаться. Крупничок. Это натав японский. Это у нас мираж. Софира Валетовна. А вот так вот спорт ее. Поэтому все детки буду доводить до цветения. А вот настоящий.